Всем привет, с вами Исхан, игра Styx Shadow of Master. Так, в прошлом видео мы прошли главу «Ключ от всех замков», полностью закончили. Ну и я после этого перепрошел снова игру и выполнил все знаки. За первое прохождение за 25 минут выполнил все три вот эти вот тень, жалость и спринтер сразу одновременно выполнил. И потом за второе прохождение выполнил вот этого вора. Собрал все жетоны. Я, когда делал жетоны, собирал, я попытался поубивать вообще всех, кого смог, кто есть, там попытался поубивать, надеялся, что будет какое-нибудь достижение, но одного человека я умудрился пропустить. Кто такой, где я его пропустил, фиг его знает. Ну, не так уж и важно, навряд ли тут есть достижение какое-то, но вдруг оно есть, надо будет потом проверить, конечно, посмотреть. Так, сейчас у меня 85 навыков, надо что-то мне открыть. Что-то. Интерное зрение? Тут 90 надо очков. Клонирование. Не особо хочется. Ловкости. Вот это бы полезно бы. Или убийство все-таки начать прокачивать ее. Ловкость. Или клонирование. Вот эта область взрыва-то зачем она мне? Я что-то не понял, как его пользоваться, зачем оно вообще нужно. Вот этого, блин, так-то хорошо бы вот это начать уже прокачивать. Но тоже пока не надо, не буду это делать. Давайте все-таки ловкость прокачаем. Вот это вот кувырки. Ну и тогда ладно, еще 40 осталось, значит еще что-то можем прокачать все-таки. Нет, это точно не можем. Это уже не надо. Давайте все-таки, ладно, так уж быть, убийство прокачиваем. Начнем. Вы можете убивать врагов, находясь в укрытии, если враг находится рядом. Вот так вот, может пригодиться. Так, сохранить. Все. Ну и теперь у нас следующая задача. Я забыл вообще какая, но мы сейчас выясним, какая задача. Блин, у меня еще янтаря одна единичка осталась всего лишь. Это печально. И восполнить нигде. Оска нам какие-то задачи давал, я забыл, какие он там задачи нам давал. Кстати, а тут карта есть? А, тут карта недоступна. Ну ладно, тогда давайте войдем, посмотрим, что нас там ждет. Куда мы вообще? Нам же надо освободить пленника из пятой камеры. Так, судя по картам, этот лифт идет в тюрьму. Механизм, которым управляет, должен быть недалеко. Давай посмотрим. Отлично. По-моему, мы здесь были. Да, мы, по-моему, в этой локации были в самом начале игры. Вон тот лифт, я помню. Он тогда не работал, я не знал, как его запустить. И для чего он нужен. Да, мы здесь были. Точняк. Так, окей, ладно, тогда давайте сохраняемся и идем к лифту. Точнее, к механизму пока что только. И как мы отсюда вот туда попадем? Ага. Догадываюсь, вот так. Блин, что-то я не подумавши. Сейчас меня тут спалят, да? Ну-ка, получится их всех сейчас поубивать. Ну, а с тобой сейчас так попытаемся повоевать. Как получилось-то, как неинтересно. Ладно. Так, окей. Так, вот это вот у нас работает. Открывается дверь? Нет, не открывается. Тогда нам куда? Нам туда надо как-то, где мы спускаться. А отсюда мы можем пройти? Нет, мы не можем отсюда. Ах, да, блядь, заколебали нафиг с этими огнями. Так, а он там может что-нибудь полезного?
Монетка, ну монетка не то, что мне надо сейчас. Сейчас мне монетки не нужны. Я думал, тут будет какой-нибудь, не знаю, янтарь, например, будет. Ну ладно. Тут кто-то где-то ходил? Куда он делся? Куда делся, который тут ходил? А, теперь я понял, куда он делся. Вот ты зараза. Заметят же меня сейчас здесь. И с двумя сразу-то я точно не справлюсь. Ну и фиг на вас. Ну и фиг на вас. Вечером играем? Во что они там играть собрались вечером? Ну я вот это зря. Да ты спрыгни нормально, блядь. Ладно, хуй с тобой, я тебя сейчас так ушатаю. Скотиняка. Запалил меня. Ой, ну это было пиздец как глупо. Вот это вот, блин, пытаешься слезть туда вот аккуратненько спуститься, а оно у тебя прыгает, куда-то падает. Почему нельзя вот нормально спуститься, а? В этой игре. Это еще как-то хрень неправильно. О! Ну это я, наверное, зря. Хотя здесь вроде нет никого. А тут монетки, что ли, на старых местах? На тех же самых местах, что ли, монеты? Я что-то не понял. Такое чувство, что монеты все на тех же самых местах. Единственное, что двери открыты. Раньше они были закрыты, а тут она открыта. Че, труп чей-то нашли, что ли? Ух ты ж, блять! Я прыгнуть хотел и не нажал на кнопочку. То есть нажал, но поздно слишком. Кошмар, блин. Че это тут дело? Я вот тут сохранился, правильно вспомнил. Мне вообще-то надо вон туда. Такс. Как лучше пройти дальше-то, а? Так, вот это вот местечко. А, тут вот. Раньше он вот тут стоял, один стражник. А сейчас он ходит. А, они поменялись местами, получается. Блин, зря он так, кто-то сейчас пойдет и заметит же. Хер с вами. Да это трупы побросал, их запалят по-любому. Ну ладно. Не, пока не буду тратить нож. А, нет, не на старых местах. Вот здесь монеты нету, значит, она поменялась местами. Ну, вот этого можно было бы не убивать на самом деле. Ну ладно. Пофиг. Так, с этот... Что, сюда идет? Нет, не сюда. Ладно, так, блин, а вот тут можно с этой стороны пройти? Нет, с этой стороны я не могу туда пройти, ладно. Там еще ребята стоят.
Ладно, тогда попытаемся здесь пройти. Но здесь довольно опасно проходить. Так. Блин, вот этот идет. Он меня может заметить, нет? В принципе, так-то в теории должен был заметить он, как я торчу-то тут на этой стене. Но они вообще какой-то странный народ. То замечает, то нет, то хер поймешь. Так, а вот тут палевно. Из-за этого факела могут меня заметить. И не только из-за факела. Блин, как бы мне вниз спуститься, что ли? Ты зараза. Да, мне лучше вон туда пройти. Каким-то образом. Под невидимостью, что ли? Ладно, пофиг, под невидимостью пойдем. Ох ты, а там тоже челик, зараза. Ладно, хер с вами. Ну, запалили, так запалили, хули сделаешь. Не попадете, не попадете. Ха-ха-ха. Ну хер на вас. Ну, эти дураки тут такой шум стоял, эти не поняли нифига. На болваны. Ну ладно. Ах ты ж зараза! Ты гад такой! Как ты не вовремя вылез-то? Блин, так-то я мог бы догадаться, он там должен был быть. А, я там не сохранился, я сохранился здесь. До сих пор, ладно, подождем тогда, попытаемся по-другому. Хотя, какой по-другому? Поубивать их всех нахрен, что ли? Так, а получится ли его сейчас здесь вот за спиной этого грохнуть? Кто? Ты какой? Сучка. Не, ну это точно палевно, не. Тут я точно не совладаю. Блин, мне надо как-то их... А погоди-ка. А чё я хуйнёй страдаю? Мне же надо вот так сделать. Ну вот и все. Че я херней страдал? Правда, блин, у меня теперь и этого мало. В принципе, можно и здесь пройти попробовать. Хотя здесь тоже опасно как-то проходить. Ты зараза, ты... Я думал, он ушел, я слышал звук шагов, я подумал, это он ушел, а это не он ушел, оказывается. Ты тут и будешь, да, стоять? Я так понимаю. Да ты... Блять, я думал, сейчас, если бы я так прыгну, то он меня не заметит. В прошлый раз я подумал, что он заметил меня, потому что я к нему прыгнул на этот, на вот эту вот зацепился. А оказывается, тут нет, он все равно прыгает, замечает. А хотя... Вот так лучше. Так получилось уже лучше. Так, а здесь у нас что? А, вот он механизм. Он открыт? Да, сейчас он открыт. Блин, до этого он был закрыт, помню, когда первый раз здесь был. Он был закрыт, этот механизм, и я не мог его подергать. Хотя и бонька не получилось. А вот сейчас можно. Так, и... Теперь я должен до лифта добраться, что ли? Хухушеньки. А что, разве колокол не в конце смены звонит? А я-то думал. Так, ладно, думаю. Ох ты, 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 ты,
Не понял приколюхи. Так. Мне надо подумать. Ничего, они тут так и будут стоять, да? Че ты своими яйцами тут трясешь, блядь? Уйди. Так, и что делать? Такс. Вопрос. Мне надо теперь вниз. В сундук. Мне надо вниз в сундук спрятаться, да? Так, а тут я вниз спуститься могу сейчас аккуратно? Ну, это, конечно, вряд ли, но попробуем сейчас свалиться как-то вниз. Ну, не сюда же, ёпсель-мопсель. Блять, а тут, конечно, разбились. И что делать? Так-то... Мне все равно надо как-то вниз спуститься и пройти вон туда куда-то. А, вон туда. А ты, зараза. Вот это знакомое местечко, мы здесь были. И там должен быть челик. Ха-ха, сейчас я тебя грохну нафиг. Сейчас ты помрешь у меня. Ты меня тогда напугал? Я тебя сейчас отомщу. Вот так. Ну вот и все, отомстили. Здесь ничего нового не появилось, и до сих пор непонятно, зачем этот закуток и факел здесь зачем. Тоже непонятно, поэтому забьем на это опять в очередной раз и пойдем дальше. Сундук. Сундук, блин. Так, тут кто-нибудь палит? Кто? Вон то, а, вон тот запалил. Ну и ладно. Он все равно не сильно, не серьезно запалил. Несерьезный дядя. Теперь эти палят. Надо мимо них как-то пройти. Блять, я невидимость использовать сейчас не смогу. Да, мне не хватает инвентаря. Кошмар. Так как же мне от вас избавиться? Убить вас, что ли, обоих нафиг? Ха-ха-ха. Ножей, конечно, жалко, но дофиг с вами. Как есть, так и прошли. Основная задача выполнена. Ну и раз мы так шустро прошли, можно попытаться сейчас еще одну локацию пройти. Так, значит, пятая камера не в этой части тюрьмы, а в карцере. Ну, мне еще здесь есть куда идти. Надо двигаться дальше. Так сколько здесь вообще частей? Тоже 4. Кошмар. Ладно, окей, сохраняемся. И давай думать. Дальше-то куда? Стражник, механизм. Стражник там зачем нам? Украдите у стражника общак.
Понятно. Это дополнительное задание. Выверните рычаг для восточного крыла, для западного крыла. И ты, зараза. Ладно. Нам вообще на самом деле механизм нужен. Стражники эти, это не так уж и надо. Можно будет потом. Ими за... Блин, что такое? Не двигайся, я иду. Ха-ха, мир только что стал немного краше. Твою мать, инквизиторы. От долбанных чародеев нужно держаться подальше. Так, метательным ножом их не убить. Но у меня все равно один нож остался. Так что это не так уж и важно. Ну, за инфу спасибо, что есть такие и такие, блин, гады. Я в прошлой локации с этими бронированными намучился. И приходилось ждать и караулить, когда они под люстрой пройдут, чтобы люстру на них уронить. Это тоже, блин, та еще морока. Вот про этих вот. Вот с этими стражниками, блин, проблема. А здесь люстры нету, чтобы на них уронить. А как я буду убивать его, если он мне захочется его убить, например? Их можно отравить, можно уронить на них люстру. И все, это все, что можно с ними сделать, с этими стражниками. Привет, Гарольд. Хороший улов на этой неделе? Есть интересные безделушки, да. Когда речь идет об остатках человеческого достоинства, у людей быстро просыпается щедрость. Когда поделим? Надеюсь, что скоро, ведь мне долги нужно возвращать. Пойду к Богарту. Но сначала поздоровайся с милым Бертрамом. Так, что-то я теперь решил выполнить эту дополнительную задачу и посмотреть, что у него есть. Вперед, за работу, живо! Так, давайте-ка мы сохранимся. Это другой стражник. Куда он пошел? Куда он ушел? Так. Вот этого, походу, надо грохнуть. А, вот это было зря. Как его покрасть-то? Ну все, меня здесь сейчас запалят. Блин, я не ждал, что его заметить. Как его должен заметили-то, блин? Как он его заметил-то, я не понимаю. Как он заметил, что я убиваю? Блин, с такого расстояния заметили, что убиваю, а здесь меня не заметили. Вот как так-то? Это, блин, до сих пор палят. И как его убить-то вообще здесь? Там понятно, там были люстры, а здесь-то вообще чем убивать вот этих вот, например. Да. Попал я, конечно, знатно с этим. Так, ладно, посидим здесь. Дальше-то куда нам? Да не смотри ты на меня, не пали меня. Так, ну вот эту локацию пройти сложнее, оказывается.
хрен на этих стражников, на этих. Меня сейчас больше волнуют механизмы, их надо мне. До механизмов добраться мне надо. Вот ты скотиняка. В принципе, янтарь-то у меня еще немного есть, можно восполнить янтаря. Подумаем. Нафиг ли думать, надо идти куда-то. Ага, вон туда попробуем. Здесь проходик. Небольшой. Там, блин, стражник, тут механизм. Кто тут ходит? А, стражник ходит. Его надо обокрасть, так я понимаю? Ну что я с него получу? Cohort, open up. I know you're there. I want my share, and I want it now. Don't fuck yourself. You get your share when I decide that. Вот это все, что я у него украл? Stop yelling. Give us away. Ну, в принципе, ладно, это тоже полезно, но. А, общак, вон он, мне общак надо украсть. А не только его обокрасть. Так, ну я у него янтарь получил, да? Да, один янтарь, но тоже хорошо, это очень полезно. Успею, нет? Жаль, что дверь нельзя за собой закрыть. Как-то, блин, у меня по-дебильному все получилось. Ну, общак-то я, конечно, украл. Это круто, но... Нужен ли он мне? Блин, грёбаный стул. Ты заебал нахуй, сука. Ну это я, конечно, зря сделал. Вы сейчас труп-то заметите же. Да, давайте не будем так. Я не смогу сейчас со стражником воевать, а он точно заглянет под стол. Они это любят. Блядь. Как же нехорошо-то получилось. Я еще сохранение не вовремя нажал. Ладно, ждем. Вот в таком положении стоим, ждем. Так, мне надо куда-то вон туда. Блять, ну какая кнопочка-то? А, напутал кнопки. Ты, блядь, ты гадина. Почему не допрыгнул, не зацепился за эти штыри? Ай. Во. Наконец-то. Так, сюда мы добрались, а дальше-то что? Мне надо механизмы. Целых два. Как до них дойти? Как их найти? Мне надо там понизу идти, что ли. Но здесь инквизиторы. Это же инквизитор стоит. По-моему, да. И он, видимо, не один. Кто-то тут еще должен быть.
Или это не инквизитор, нифига. Так, куда-то я забрался. Так. Мне... А, блин, он теперь выше. А дальше что? Блин, а выше нельзя подняться, это надо как-то по-другому выше пробираться. Так, вопрос, конечно, интересный. Куда дальше-то? Ух ты ж, зараза. Ничего, сейчас разберемся, куда нам идти. Как-нибудь да разберемся. Блять, сука. Не, мне эта локация уже не нравится. Здесь все посложнее, чем предыдущий. Понравилось, блин, так легко и просто ту локацию прошли. А вот в этой, блин, так... Ну, та просто уже знакомая, в принципе, была локация. Там было проще идти. А вот здесь все не так просто. Да ты можешь нормально вот направляться, куда я направляю, туда прыгать. Вот так. Так, вот механизм один. Первый механизм. А их надо, наверное, одновременно, да? Точно так же, как и там, блин, надо их одновременно. У меня был похожая ситуация. Давайте сейчас попробуем. Похоже, головоломка была, там надо было одновременно дергать. А, нет. Не одновременно. Прекрасно. Это радует, что не одновременно. Теперь мне надо сообразить. Так, давайте тут сохранимся. Тут мы можем пройти как-то туда. Только если я сейчас отсюда вот туда. А я допрыгнуть потом не смогу там. Зато я могу так сделать, попробовать. Но то ли это, что мне нужно? Вот так. Не знаю, кто там что говорит, я даже прислушиваться не буду. Прости, Сентак, что там мне тут? Нельзя было перевести на перегон завод, там хоть что? Кому-то не нравится, короче, текущее место службы, походу. Как я понял. Но мне надо сейчас лабораторию, ну, туда вниз каким-то образом пройти. В принципе, каким образом-то и так понятно, туда вниз надо спуститься. Ну что дальше-то? Спуститься я, может, и спущусь, а вот незаметно пройти смогу ли? Только если под стелсом. Кошмар, так не пойдет. Здоровье портить себе лишний раз тоже не стоит. Так. Не понял. А, это он тот меня запалил.
Да в чем дело? Блин, почему я не мог к стенке прижаться? Я же нажимал. Не... Блин, к стенке не может прижаться в этом месте. Иди нахер, заколебали. Опасно место. Хе-хе. А вот здесь меня не должны же заметить, по идее. Ха, заметили. Вот скотиняки. В наглую, короче, прошли. Да, а наверх как? Ух ты. Же мне надо наверх. Вот тут меня запалят. Сука. Сука, проскочил. Как-то я сумел проскочить и не помереть. Осталось немного. Теперь нужно перейти на другую сторону, и я окажусь в карце. Проклятие, что они задумали? Ясно одно, никому не пожелаешь оказаться за этой решеткой. Да, в любом случае, на этом мы с вами закончим. Что там дальше будет, я узнаю уже в следующий раз. А сейчас давайте мы на этом с вами закончим. Такое дикое пробегай, прохождение, блин, как там неаккуратно все, грязно, блин, неаккуратно. Да и ладно, пофиг. Сейчас мне это не особо интересно. Там, если когда надо будет аккуратненько и тихо, это я уже потом сделаю. Когда ради значков, ради наград буду проходить. Сейчас мы проходим чисто ради сюжета. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.